Игорь Николаев недавно отпраздновал свой юбилей, ему исполнилось 60 лет. Сначала Николаев отметил день рождения в узком кругу родственников и самых близких друзей, а буквально на следующий день улетел в отпуск в Майами. В США живет старшая дочь Николаева от первого брака. Игорь не так часто проводит время с дочерью из-за такого большого расстояния, но периодически он вместе с семьей выбирает для отпуска именно Майами, чтобы побыть с дочкой. Игорь устроил еще один праздник в США и повторно отметил свой юбилей в компании друзей, которые были в этот момент в Майами. На празднике была не только старшая дочка Игоря, но еще и Кристина Арбакайте, Анжелика Варум, Леонид Агутин и другие близкие друзья композитора. Спасибо огромное моим дорогим друзьям за вторую часть юбилейной гулянки. Специально не делал ни одной фотографии, чтобы все осталось в памяти и на хоум-виде. Для меня главное, что мои старшая и младшая дочки провели время вместе и еще больше полюбили друг друга. Написал в своем микроблоге Николаев.